Всем привет! Оказывается, не все так просто, как я думал. Тема экватор. Я даже не знаю, с какой стороны подойти. Ведь экватор – это 11 государств. А если учесть территориальные воды, а не только суши, то это уже 14 государств. Также понятие экватор применяется в условном разделении года пополам. Что мы успели приобрести за первую половину года? Свершились ли наши планы? Какие планы на вторую половину года? Ну ничего. Я постараюсь к пятнице подготовить обзор, а вы можете написать в комментариях слово «присоединяюсь». Итак, это что касается челленджа. Ну а загадка? Скажу сразу, она не имела никакого отношения к экватору. Давайте окунемся в недавнее прошлое и заодно получим ответ. Хоть мы и говорили, что загадок пока не будет, тем не менее, в этом видео есть небольшая загадка. Если убрать весь мой текст из этого видео и подумать, то возможно у вас получится назвать монету США. Ах да, текст мой убрать после слова «внимание». Внимание! Ну что, давайте слушать. Сразу такая вот, когда я сразу вот чувствую, когда мелодия пошла такая приличная, понимаете? Сразу хочется, ну, знаешь, что-то ожидать интересненькое будет. Хотя что-то неузнаваемая музыка, наверное, что-то очень старое. Что тут Эминем тоже вместе с ним. Не, такого не слышала. Ну, прерываю, что на всякий случай, да? Не знаю, такого не слушала. Ну, как бы такая вот ритм интересно прерывистый и такой вот как бы нарастающее ощущение, что он будет расти вверх, как я люблю. Кстати, не слушала перевод, не прочитала, не знаю про что. Поэтому слушаю только музыку. Ну, это вот стиль Эминем, да? Все равно оно как бы такое. Может, не такой сильный наезд, но все равно как-то очень сильно смахивает на его репертуарчик. Вот видите, теперь поменялся темп и уже немножко все по-другому. Про Гуфа спел, слышали? Вы знаете, кажется, иногда
вот у них такое повествовательное, то есть как будто они с тобой разговаривают, вот такой какой-то стиль, рассказывают о себе, для меня, про себя, а мне, вот у меня ощущение такое. У нас мало, кстати, вот так вот, как будто для кого-то. У нас какой-то немножко другой стиль. Друзья, во вторник или в среду мы разыграем номерки. Всего вам хорошего. Еще раз спасибо за участие. Всем пока.